От гипертонии страдает множество людей, причем не только пожилого возраста. Сегодня мы расскажем о том, как можно быстро снизить артериальное давление с помощью простых методов, которые рекомендовал в свое время доктор Неумывакин. Итак, какие же советы давал доктор? Два раза в день утром и вечером следует употреблять раствор на основе соды. Он поможет вывести из организма все шлаки, а также очистить сосуды. Начинать нужно с небольших доз, всего 1/4 чайной ложки гидрокарбоната натрия на 250 мл теплой воды. Постепенно следует увеличивать количество соды до 1 чайной ложки. Регулярно делать солевые компрессы, которые избавят от отечности. Для этого 2 столовые ложки хлорида натрия разводим в 1 литре воды и обмакиваем в полученную жидкость в полотенце. Слегка выжимаем и оборачиваем его вокруг ног, после чего фиксируем сухой плотной тканью и оставляем на час. Как можно больше ходить на свежем воздухе. Отказаться от вредных привычек, которые дают слишком большую нагрузку на наши кровеносные сосуды. Выполнять следующие упражнения каждый день. Сделать вдох-выдох, после чего задержать дыхание на 20-30 секунд. Затем выдохнуть оставшийся воздух, немного продышаться и повторить заново. Интервал задержки дыхания нужно постепенно увеличивать. Такую гимнастику необходимо делать один раз в час.